выйти за него замуж. А врач женит их, правда, фиктивно. Об этом богач не догадывается. Это одна из лучших опер Буффа в Европе, и особенно касательно Гаэтано Доницетти. Вот эта опера оказалась одной из высших кульминационных моментов в творчестве этого прекрасного великого композитора. Потому что параллельно творили такие великие композиторы, как Джоаккино Россини и Винченцо Беллини, и он выдерживал с ними конкуренцию. Сразу после замужества Нарину как подменили. Девушка не подпускает супруга к себе и требует подарков и богатств. Дон Паскуале так устает от скандалов и капризов, что сам просит развода. И тогда все участники фарса признаются во лжи, а влюбленные получают благословение на настоящую свадьбу. В ариях, дуэтах, ансамблях часто звучит вальс. Это символ бесконечного водоворота жизни, в который втянуты герои. Даулет Шакиров сделал оригинальную версию-редакцию. Он уменьшил состав оркестра, поэтому музыка звучит очень мягко. Спектакль благодаря этому еще и получился очень мобильный. Его можно будет легко вывозить. Из-за ограничений увидеть премьеру могли не все желающие. Специально для них театр организовал онлайн-трансляцию. Надежда Базюкевич, Алена Грачева, Марат Кураков, Евразия культурно. Береги себя, береги других. Хорошие привычки приобретаются сейчас.